Ребята, всем привет! 2 недели назад я приезжала в этот магазин Kiffinland Home и показывала вам осенний декор. И что вы думаете? Сегодня я снова здесь, и сейчас я покажу вам уже новогодний декор. Да, кстати, хочу предупредить, если вы видите, что я прохожу мимо какого-либо товара и не озвучиваю цену, значит, цены там просто еще нет. Те, кто меня знает, в курсе, что я обычно говорю обо всем, что вижу, и стараюсь ничего не пропускать. Поэтому имейте в виду, если я что-то прошла и пропустила, значит, цена там пока отсутствует. Итак, помчали. Начнем мы с вами вот с такой посуды. Принц здесь невероятной красоты. В центре одиноко стоит домик посреди зимнего леса, а веточки с бантиками прекрасно дополняют этот сказочный пейзаж. Такая тарелка диаметром 20 см стоит 1990 рублей, материал фарфор. В стоимость тарелки диаметром 27 см 1690 рублей. Кстати, заметили, что тарелка большим диаметром стоит меньше? Надеюсь, что здесь ничего не перепутали. Цена такого прямоугольного блюда из этой же коллекции стоит 1690 рублей. Размер его 31 на 17 сантиметров. Салатник 15 на 5 сантиметров объемом 290 миллилитров стоит 990 рублей. Обратите внимание, что принт у него вынесен на внешнюю часть тарелки. На внутренней же осталось только обрамление. У салатника, между прочим, чуть больших размеров, 23 на 6 сантиметров, и цена выше – 1790 рублей. Из этой же серии есть большое овальное блюдо. Размеры его очень даже внушительные – 36 на 24 сантиметра, стоимость 2690 рублей. Прекрасно смотрится и чайная пара за 1290 рублей. В комплект входит маленькая кружечка объемом 200 мл и блюдце. И завершает коллекцию кружка объемом 280 мл «Дом в лесу». Цена ее 699 рублей. А может, лучше сказать, 700 рублей? Давайте буду озвучивать цены, округляя. Здесь еще на полочке красуется очень интересное блюдо размером 20 на 18 сантиметров. И называется оно «Дома в лесу». Материал керамика, стоимость 1490 рублей. Посмотрите, что еще представлено на этом столе. Вот такое блюдо на ножке из стекла и металла размером 14 на 20 сантиметров стоит 2290 рублей. А этот подсвечник выполнен будто изо льда. Высота его 15 сантиметров, прозрачный, для тонкой свечи, на ножке. Материал стекло и стразы. Цена такого изделия 1990 рублей. А вот, посмотрите, какая очень интересная вещица. Ледяная елочка, а на веточке нанизаны льдинки. Называется ель серебристая с кристаллами. Высота 25 сантиметров. Материал стекло, цена 1890 рублей. Следующая коллекция посуды называется «Апельсины и гранаты». Здесь представлена тарелка закусочная диаметром 21 сантиметров с золотистым кантом. Материал фарфор, цена 1190 рублей. Тарелка обеденная диаметром 28 сантиметров стоит 1990 рублей. Как вы думаете, какова цена салатника объемом 1,8 литров, размера которого 21 на 11 сантиметров? Я вам скажу – 2890 рублей. Есть также и маленькая пиала 14 на 5 сантиметров, и стоимость ее 1090 рублей. Под эту посуду замечательно подходят вот такие бокалы для красного вина со скошенным верхом и золотистым кантом, как у тарелок. Бокалы продаются в наборе по 2 штуки объемом 560 мл. Цена за набор 2490 рублей. У бокалов для шампанского объем немного меньше – 180 мл. Цена за набор 2390 рублей. А стоимость набора стаканов – 1990 рублей. Еще я должна вам показать вот такой подсвечник высотой 18 сантиметров с подсветкой цвета шампань. Цена его 1990 рублей.
Очень тяжелой оказалась ваза для фруктов из толстого стекла. Размеры ее 32 на 11 сантиметров и стоимость 3690 рублей. Из этой же серии продается салатник. Размеры его 28 на 14 сантиметров. Объем 1,4 литра. Цена 2490 рублей. Очень много в магазине Кюхенленд представлено кружек из фарфора с новогодней тематикой. Их вполне можно приобрести в качестве дополнительного подарка на Новый год к основному. Как говорится, если не знаешь, что дарить, покупай кружку. Не прогадаешь. Посмотрите, какая прелесть! Емкость для хранения в виде елочки из керамики. Размеры ее 17 на 21 сантиметров. Продается она за 2490 рублей. И подходим к следующему столу. Здесь представлена серия посуды из керамики с красным кантом. Давайте для начала посмотрим салатник. Его размеры 15 на 6 сантиметров, объем 450 миллилитров, цена 700 рублей. Следующая – это тарелка закусочная, диаметр 20 сантиметров, а стоимость 700 рублей. Чуть выше цена у тарелки обеденной – 1190 рублей. Но она и диаметром чуть больше – 25 сантиметров. Смотрите, какая симпатичная минажница. Диаметр ее мне, к сожалению, разглядеть не удалось, потому что я боялась, что упадут орехи, а стоимость ее 1690 рублей. О, какое красивое блюдо! Посмотрите, какой потрясающий принт. Диаметр тарелки 20 сантиметров, цена 700 рублей. А это треугольное блюдо в виде елочки, размеры 20 на 18 сантиметров и стоимость 800 рублей. Следующее блюдо размером немного больше, 31 на 27 сантиметров. Стоит оно 1590 рублей. Из этой же серии я нашла на столе кружку объемом 330 миллилитров. Цена 550 рублей. А вот и чайная пара. Кружка объемом 220 миллилитров и блюдце. 1590 рублей придется отдать за этот набор из 4 предметов на 2 персоны. Ну и как же чайные пары без заварочного чайника? Да никак, надо брать. Тем более, что чайник не маленький, на 1,2 литра, и стоимость его 1290 рублей. А на этом столе представлена посуда с зеленым кантом. И вот такое блюдо я вам еще не показывала, стоит оно 1590 рублей. Овальное, с бортами, размеры 28 на 18 и на 5 сантиметров. Вся посуда также из керамики. А вот смотрите, подставка-подложку тоже из этой же серии, с зеленым кантом. Длина ее 25 сантиметров, цена 450 рублей. Кружка объемом 500 миллилитров «Снегирь» с часами стоит 600 рублей. А вот какая невероятно красивая подставка для пирожных. Она идет в два яруса, материал керамика, металл, и стоимость ее 2290 рублей. Здесь же я нашла очень интересный салатник со змейкой посередине. Размеры его 16 на 7 сантиметров, объемом 700 миллилитров. Цвет молочный в крапинку, цена 1290 рублей. Под ним консультанты расположили блюдо зеленого цвета в виде листочка. Диаметр его 21 сантиметр. Стоимость 990 рублей. Из этой же серии я нашла блюдо глубокое. Оно 20 на 14 на 5 сантиметров. А цена такая же.
Ну, а здесь все в нежных пастельных тонах. Очень оригинально выглядит светильник с ручкой в молочном цвете. Размеры его 11 на 12 сантиметров. Материал фарфор, искусственная кожа. Цена 1490 рублей. Салатник с рисунком заснеженной ели из белой керамики объемом 700 мл стоит 700 рублей. Его размеры 16 на 6 см. Тарелка закусочная диаметром 21 см из белой керамики и стоимость ее 700 рублей. Цена стакана из коричневого стекла объемом 325 мл 800 рублей. У такого же стакана на ножке цены пока нет, как и у тарелок в коричневом цвете. А вот у подсвечника высотой 23 см цена есть 1990 рублей. Сам на ножке, предназначен для чайной свечи, материал стекло-металл, цвет шампань. А вот посмотрите, какая зеленая салфетница из фарфора в форме елочки. Цена ее 800 рублей. Из этой же серии выполнена емкость для соли и перца. Стоимость 600 рублей. А как вам статуэтка с подсветкой в виде домика? Высота фигурки 13 см. Цвет коричневый, цена 1790 рублей. А вот какое потрясающее квадратное блюдо. Размеры его 24 на 24 сантиметра. Молочного цвета, из керамики и стоит 1490 рублей. На этом столе представлена следующая посуда. Салатник размером 16 на 6 сантиметров и объемом 700 миллилитров. Из белого фарфора с принтом серо-голубые листья. Стоимость его 700 рублей. Из этой же серии тарелка закусочная диаметром 21 см. Цена ее 1390 рублей. А вот тарелка обеденная. Диаметр 27 см. Стоит 1090 рублей. А вот это блюдо большое, с бортами. 23 на 6 см и цена 1690 рублей. Подсвечник высотой 17 см для чайной свечи на ножке стоит 1890 рублей. Материал стекло, металл. Посмотрите, как выглядит оригинально пиала из стекла. Такое ощущение, что она выполнена изо льда. Размеры ее 13 на 6 см с серебристым кантом. Цена 800 рублей. В таком же исполнении салатник 17 на 7 см и объемом 700 миллилитров. Цена соответствующая 1190 рублей. А этот салатник еще больше. Его размеры 20 на 9 сантиметров, объем 1100 миллилитров и стоит он 1390 рублей. Давайте-ка еще здесь что-нибудь посмотрим. Так, это бокал кремуанка для шампанского, объем 300 миллилитров, в наборе 2 штуки, материал стекло, стразы, стоимость 3490 рублей. В таком же стиле бокал для шампанского, объемом 180 мл. В наборе также 2 штуки, цена 2690 рублей. Есть также и бокалы для вина, объемом 450 мл. Стоит набор из 2 бокалов 3290 рублей. А это необыкновенной красоты поднос. Сам он выполнен из стали, а край усыпан стразами. Размеры 25 на 19 см, стоимость 2290 рублей. Блюда на ножке тоже выглядят очень достойно. Размеры 22 на 19 см, материал металл-стекло, цена 5490 рублей. А вот и ваза для фруктов из стали. Размеры ее 29 на 12 сантиметров. Очень легкая и стоит 2490 рублей. Хорошим дополнением для такого стола будет подсвечник на тонкой ножке. Высота его 9 сантиметров. Выполнен из стекла. Цена 700 рублей. А вот рядом стоящий подсвечник немного выше. 13 сантиметров. И цена его 900 рублей. Обратите внимание, какое огромное разнообразие плейсматов в золотом и серебряном цвете. По 300 рублей за штуку. Дорожки тоже есть в ассортименте. Например, вот это стоит 770 рублей. Кроме посуды, я здесь нашла новогодние преддверные коврики. Вот этот, допустим, с елочками стоит 1290 рублей.
А осенний декор еще не убрали здесь. Просто консультанты отодвинули его на задний план. Так что, кто еще не успел приобрести, то поспешите. Кстати, на моем канале есть обзор осеннего декора 2024. Из этого же магазина можете посмотреть. Какой олень, ребята! Рогатый. Ну, я думаю, что он не продается. Какой красивый, какой большой. Цен я здесь не нашла. Зато я нашла Санта-Клауса, знаете ли. Смотрите, какой интересный товарищ. Хочет забраться по веревке. Стоит он 1790 рублей. А рядом с ним повесили веточку с ягодками. Стоит она 700 рублей. Кроме кружек из фарфора, здесь очень много и тех, которые выполнены из стекла. И это уже не просто кружки, а прямо скажем, произведение искусства. Посмотрите сами на эти шедевры. Красота неописуемая. Очень много в Кюхенленд привезли теплых носков, слитков и гольфов. Давайте я вам сейчас покажу. Также здесь представлены и домашние костюмы. Допустим, вот этот в клеточку стоит 4490 рублей. Здесь рубашка с длинным рукавом и штанишки. Есть и такой костюм за 3490 рублей. Мягкий, теплый и пушистый. А вот посмотрите костюм в зеленом цвете. Тепленький за 3790 рублей. А теперь, пожалуйста, обратите внимание те, кто имеет четвероногих друзей. Посмотрите, какие здесь продаются новогодние ошейники для ваших питомцев. Вот этот клетчатый стоит 500 рублей, а парад на выходной в стразах 800 рублей. Есть и подешевле зеленый с елочкой за 400 рублей. Ну а это уже свитер с шарфиком, и цена его 990 рублей. Ребята, ну а на сегодня это, пожалуй, все. Ставьте лайки и пишите комментарии, что вам понравилось здесь больше всего. Впереди еще будет очень много обзоров новогоднего декора из магазинов. И для того, чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал и включайте уведомления. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Здоровья, счастья и добра. До новых встреч. Пока-пока.